Добро пожаловать в Сочи парк. Это я, душевая кабинка. Товарищ унитаз, гардеробная, стульчики, кровати. Но самое интересное, какой здесь балкон? У нас угловая комната, поэтому балкон здесь, он очень большой, я не знаю, сколько квадратных метров, но приличный. Бассейники. Никто не плавает, думаю, там вода холодная, но с завтрашнего дня будут все работать бассейны. А это я! Прогуляемся к бассейну, который я все время показывал с балкона. Сейчас проделаем весь путь, подойдем к бассейну и сами посмотрим, что там происходит. Кружок взяли, можно идти. Таблички, кстати, тоже есть. Называть, не звать горничную. Здесь можно сделать спа, покрутить кружочек, вот прокат автомобилей, цены, пожалуйста, ярмарка сувениров из Сочи и всякое абхазское счастье, а нет, абхазское застолье, легенда Абхазии, кавказское застолье, кавказское счастье, такси. Сочи парк отеля в виде одной табуретки, которую бедные жители отеля выносят на балкон, и в комнате не остается ни одной. Затяжечку делает девочка. Не знаю. Ну да. Из-за этого у меня процент. Ой, 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 ой. А, там. Ой. Всех шо. Красавчик.
Телевизор. Вид из окна вообще это отдельная история. Это просто фантастика. Вот. Тут капсульная кофе.
все есть, креселька. Захотел, посмотрел, посидел, природой полюбовался. Вот, очень красиво, налево-направо. Вот, теперь мы входим в ванну. Так, очень красиво. Очень красиво, красиво, красиво. Ой, весы, лучше не вставать. Душевая кабина, в общем, очень красиво все. Вот такой вот вид. В общем, очень-очень красиво. И здесь шкафчик.
Thank you.
Спасибо.